Всем привет, друзья! С вами снова Дардуэр, и вы на канале It's Lucky Time. Мы продолжаем с вами играть в Don't Starve в режим приключения. Пока что у нас первый мир из 5, если быть точнее, из 6. Ну, 6 можно не считать, правильно. Я пытаюсь поймать лягуху, у нас кончилась зима, друзья, это замечательно. Просто прям как на елке не ловится лягуха. Что делаешь-то? Иди сюда. О! А, так, сейчас зажарить сразу огоньки. Вот так. Это упростит нам жизнь на самом деле. Так что замечательно. Гниль какая-то. Это, наверное, лепестки. Так, я так понял, что нам все-таки стоит. Сломалась кирка. Замечательно. В кавычках. Так, нам стоит, в общем-то, побольше рецептов изучить. Так что немножечко задержимся в этом мире. Сейчас вроде я вошел в темп, так что должно быть все у нас хорошо. Нам нужно сделать алхимическую машину, чтобы изучить дальнейшие рецепты, которые нам пригодятся в следующих мирах. А то вдруг обстановочка станет суровее, и тогда это будет немножечко намного сложнее, нежели мы сейчас изучим много-много рецептов. Я думаю, это правильно. Не стоит торопиться. Так, что-то карта как-то... Не, вроде нормально. В общем, я собираю все, что вижу. Потому что что-то у меня вот, например, палки, ветки, осталась только одна. Это плохо. Я думаю, рюкзак можно поднять уже. Давай, толстовка нам пока не пригодится в ближайшие дни. Вон, кстати, мы можем дерево вот это срубить. У нас ветки упадут. Давай. Вот так. Сколько? Одна? Да вы чё? Я располагал на больше. Ну ладно. Одна так одна. Опять дождь, и похоже сейчас опять лягухи будут с неба падать. Черт бы их побрал. Пойдемте немножечко травы соберем еще. Так, костер. Да, костер у нас из травы делается. Давайте сразу я потрачу на него ресурсы, чтобы не забыть. И все будет замечательно у нас. Так, на ловушку у нас на одну еще хватит, но травы больше не будет. Ой, да. Хочешь жить, называется, умей вертеться. Неплохо бы, конечно, бифала нам подцепить, сделать шапку какую-нибудь. Шапка бифала, допустим, поможет нам срезать еще шерсти, что, собственно, из нее делается и толстовка. К тому же сама шапка тоже спасает от холода. Но что-то как-то не срастается. Идти боем на этих больших существ мне как-то страшно. Я думаю, это неоправданный риск. Действительно, умирать как-то не хочется. О, лепесток, давай соберем лепесток. Потом сделаем из них... Зима еще не закончилась, что ли? Вот это поворот, друзья. О, я-то думал, снег прошел, все круто. Ну ладно, сейчас пособираем еще траву. То есть, смотрите, я одел толстовку, и холод ушел. О, это что здесь такое? Это что это такое? Друзья, вот это да? Вот это находка. Что там в сундуке есть? Бревна, огненный посох. Ребята, огонь вообще. Огонь.
Так, здесь же можно... Надо было здесь построить машину, ну, тоже знал, тоже знал. Так, ладно, пепел нам не нужен пока что. Так, у нас есть шерсть тут, давайте соберем все в одно место. Кости, да. Кости я на запись, по крайней мере, еще таких костей не видел. Круто, круто. Соберем здесь траву, чтобы она отросла уже к середине лета. Все замечательно будет. Так, ёп. Вовремя я собрал траву. Так, все, лягухи опять начали падать, чтобы их всех... У нас нету палочек. Фигово. Только парочка, давай создавай быстро. Еще одну ловушку кину здесь. Так, надо отсюда выметаться нафиг. Так. Все, неплохо. Давай, иди сюда. Есть. Все, выметаемся. Так, что делаем? Приготавливаем лапки, чтобы не умереть от голода. Пифло! Они, надеюсь, меня атаковать не будут в бешенстве. Пусть горят, мне не жалко. Слушайте, они не сгорели. Они не умерли. У меня же есть огненный посох. А что, если он... испепелит их дотла. Будет не очень хорошо. Можно испытать посох на лягухе. Давайте сделаем. Дай. Нет, не поджигает. Чё ж он так плохо-то? Чё ж он так плохо-то это самое атакует? Бери сюда. Есть. Мастерство не пропьет. И зачем съел? Блин. Взял, съел. Сырые ноги. Зачем? Объясни мне. Так, еще одна лягуха. Сразу приготовим, сразу съедим, потому что у меня рассудок начал ехать немножечко. Короче говоря, лето. Официально лето однозначно сейчас началось. Нам, короче, нужны палки, срочняк. Короче, бежим в лес. Там, возможно, еще и цветы будут. Тихо. Ифла, не трогайте меня. Нельзя меня трогать. Так, стоит ли... Давайте, ради палок. Давай. Опять только одна единица ветки. Фигово. Чёртов дождь. Дождь мне жестко рассудок просто меняет в худшую сторону. Это вообще не айс. Абсолютно. Так, по дороге. Давайте по дороге пойдем. В общем-то, сейчас цель одна. Не умереть, как всегда. И, во-вторых, насобирать как можно больше ресурсов для изучения и создания вещей. Ну, а потом уже... Легко и просто, ну как, не легко и просто, но, в общем-то, будет полегче собрать эти все компоненты для портала в другой мир. Тихо. Так, тупик. Да. Тут тупик. Ну, давай камень, что ли, разобьем. Камень не ради камней. Кстати, селитры, я так и не понял, куда ее использовать.
Удивительно, сколько уже играю, сколько часов уже играю, даже, может быть, дней, суток в общей сложности. Ни разу не видел, чтобы селитра использовалась где-то. Удивительно. По крайней мере, я ее точно не использовал. Может, краем глаза где-то и видел, и не заметил, но... Говорю, как есть. Блин, тут берег такой большой. Очень плохо. Так, ловушка есть у нас? Есть еще полтинник. Давайте еще лягуху поймаем. Ты, елки, близко было. Так, все, погнали дальше. Нам нужны палочки. Много палочек. Так, я сразу потрачу ресурсы, как всегда. Где кирка? А, она сломалась, наверное, да? Ладно. Ага. Да, палочки нам точно нужны. Кирки у меня нет. Так, лягушку надо поймать. Она тут одинокая ходит. Это мне на руку. Давай, иди сюда. Ай! Ты ее чуть не попался. На ее длинный язык. Так, палочки где-то там. О, цветочки. Как это, кстати? Как это, друзья, кстати? Ать, навоз. Я не знаю, есть ли смысл делать фермы. Просто тут так быстро все меняется, что много-то мы на них не взрастим. Лучше уж на эти ресурсы что-нибудь другое сделать. Наверное. Мне так кажется. Так, ну, палочки у нас замечательно. В большом количестве. Благо. Ну, в немаленьком, да? Эй. Это очень хорошо. Сейчас сможем и ловушки сделать, и инструмент необходимый. Кирку, например. Так, а бревнышек у нас 10 штук. Пойдет. Опять дождь. Зараза такая. Давайте лягушек еще половим. Иди сюда. Эй. Ты че? Твою налево попался все-таки. Ну и ты попалась. Бревно у меня выбило одно. Так. Лягушечий дождь или нет? Я что-то понять не могу. По-моему, нет. Вроде нет. Так, ладно. Подкрепимся лягухами. Нормально все будет. Все будет хорошо. Нет, на надеюсь. Улей, блин, тоже. Что с ним делать? Но с другой стороны, у нас огненный посох есть, который что-то как-то фигово всекает. Надо будет почитать в перерыве про него. Возможно, он не так прост. Что-то я потратил, да? Потратил. Хорошо. Блин, натравить были ух. Интересно, это возможно вообще? Чтобы они атаковали не того, как... По-моему, нет. Нет. Нереально. Механика игры, видимо, другая немножечко. Ну. Блин, я думал, сейчас в кучу да в кого-нибудь попадет. Ай, застрял. Не, не получается. Окей. Разводим кострище. И жарим то, что есть. Так, неплохо. Блин, черт там дождь еще гасит костер. Я уже не раз, по-моему, это говорил, но так бесит вообще. Так, а все, собственно. Можно гриб, кстати, поджарить. Он рассудок дает. Сколько мне помнится.
Ну и все, лягухи начали падать. Черт возьми. Ай-яй-яй, костер, костер, не гасни. А, лягухи, лягухи, надо, надо тот самый. Ать, чуть не попал опять. Под раздачу. Оплеух. Ать ты! Твою налево. Костер, не гасни. Ай! Чего не попалось-то? Давай, иди сюда. Дай! Фу. Все нормально. Я начал переживать немножечко. А чё у меня... Почему у меня здоровье тратится? Удивительно. Удивительные вещи творятся, друзья. Так, опять лягух полон лес. Черт возьми. На пчелок, мне кажется, нереально натравить. Да, дела. Так, что новый венок сделать? Новый венок давайте сделаем. Я думаю, свежий венок лучше будет действовать. Надеюсь. У меня же небось там... О, бабочка. Да. Новый венок... Ой, фу. Около этого... Около лагеря небось еще и энд ходит. Давай, бабочку. Да елки, попасть не могу. Курсором. Так, бабочка, бабочка сейчас полетит на цветочки. Отлично. Сразу сожрем. Страшные звуки. Тихо. Морковь, кстати. Да, летом же морковь растет. Вообще замечательно. Пчелки. Пчелки обычные нам не страшны. Если их не трогать только. Да. Ух. Пора бы нам что-то делать, короче. Сейчас пойдем к этому. К машине. Потому что... Пора уже. Ресурсов куча. Всяких камней и все такое. Главное не увлечься и не потратить все. Ну, какие-нибудь необходимые кремень, там, палки, траву, в конце концов. Ну и бревна, да, конечно же. Да, у нас вообще много всего. Я что-то сам увлекся. Ладно, пойдемте. Бабочка. Опять убежала. Давай, на цветочек сядет. Атакуй! Молодца. Сколько она поднимает-то? 8. Кустошляпа. Надо, блин, прочитать про нее. Я все время забываю. Что за кустошляпа? Нужна ли она нам вообще? Хм. О, наконец-то солнце. Вечер, правда, но... Дождь меня уже заколебал. Да, куча всякой дряни ходит, прыгает. Да. Блин, энд ходит. Так, он нормально. Сейчас обойдем его. Может его огненным посохом долбануть, попробовать. Да, против него вообще канает, по-моему. Смотрим. Нет, так бежим.
По-моему, он бессмертный какой-то вообще. Что за дела? Пошел нафиг. Не буду я с тобой сражаться. С таким бессмертным сражаться. Тебе дороже. Честное слово. Короче, ладно, давайте разведем. Нет, не разведем. Так, нам нужно два... Твою мать, он идет. Уйди от меня, противный. Не хочу создавать еще одну научную машину. Хотя теоретически возможно. Блин. Не хочется создавать еще одну машину. Ставят рад ресурсов. Что сделать-то? Может на бифала попробовать его натравить? Возможно. Жалко, Википедии нет под рукой. Чтобы все упростило. О, там кирка валяется. А я знал про это, я не помню. Где моя кирка? Это не моя случайно? Это, возможно, и моя. Нафиг пошел. Надо же было, блин, как так-то он появился? Как вообще так вышло? Так, короче, сейчас быстренько делаем. Два валуна. Так, чё выкинуть? Просто шляпу. Так, два валуна и... четыре доски. Блин, он идет. Нафиг, я, короче, сейчас убегу, пока там переночую, а то если он опять ночью за мной будет гоняться, я с ума сойду. Ну-ка, лягуха, иди сюда. Лягуха. Не хочет. Не хочет. Ну и ладно. Блин, что за звук, как будто бы собаки, но не собаки. Может, типа, как его называют? Как его называют? Гром? Возможно. Так. Костер опять гаснет. У нас же есть морковка. Уи! Все, живем, друзья. А, так мы, блин, друзья, мы уже больше 20 минут с вами тут бегаем. Давайте тогда продолжим в следующей серии. Я почитаю про Энта, как его завалить и, в общем, еще некоторые мелочи. Слушайте, он идет. Он идет. Так. Так, так, так. Нет, пока не отключаюсь, друзья. Вот надо ж, блин, было, а. Че такая вонючка-то? Гори давай. Не горит. У меня... Капец. Нам придется, видимо, побегать. Ладно, друзья, продолжим в следующей серии. Я от него тут побегаю. В принципе, ничего сложного такого. Вот. С вами был Dirt2R. Спасибо, что смотрели. Напоминаю, мы играли в Don't Starve в режим приключения. Всем удачи, всем пока-пока.